Мечеть Селимия. Это крупнейшая мечеть Турции, находится в городе Эдирне. Была построена архитектором Мимар Синаном в 1568-1574 годах. Мечеть Селимия является одним из наиболее выдающихся архитектурных достижений исламской культуры, а сам Синан считал ее одной из лучших своих работ. Выбор места был не случайен, так как город Эдирне был второй столицей империи. Практически 100 лет город оставался столицей. Мечеть Селимия внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году. Таким образом, еще одна османская работа была включена в список всемирного наследия после моста Дрина. Критерии включения в список всемирного наследия 1 и 4. Мечеть была возведена по заказу султана Селима II. Вместимость около 6 тысяч человек, а общая площадь составляет 28 тысяч квадратных метров. Площадь молельного зала в мечети составляет 1620 квадратных метров. Мечеть Селимии покрыта огромным куполом диаметром 31,25 метра, и высота которого составляет 43,25 метра от пола. Купол установлен на шкиве, опирающемся на 8 колонн. Купол мечети превосходит по ширине, но уступает по высоте куполу Святой Софии в Стамбуле. В результате пространство внутри мечети кажется огромным и рождает чувство бесконечности. Четыре минарета высотой 81 метр установлены по углам центрального здания мечети. Каждый из четырех минаретов имеет по три балкона. Интересно то, что внутри двух из минаретов к каждому балкону ведут отдельные три лестницы, изолированные друг от друга. В отделке интерьера здания искусно совместились витражи, прекрасные изникские изразцы, резные деревянные панели и каллиграфия. Богатая пластика поверхности стен и несущих купол столбов придает живописный характер интерьеру. Яркое освещение всего огромного пространства через большое количество окон, расположенных в несколько ярусов, усиливает впечатление праздничной торжественности и великолепия. В самом центре молельного зала расположена султанская ложа, под которой находится маленький фонтан, а место молитвы для женщин отделено от места молитвы мужчин. Вход в мечеть выполняется со внутреннего прямоугольного двора, окруженного галереями, крытые куполами. Галерею внутреннего двора венчает 18 куполов, а площадь двора составляет 1560 квадратных метров. В центре двора расположен мраморный фонтан для омовений. Во внешнем дворе мечети расположены начальная школа, медресе, здание для чтения Корана, араста, крытый базар и благотворительное учреждение. В настоящее время медресе служит музеем, а начальная школа служит детской библиотекой. Все, что мы строим, в конечном итоге создает нас.